Видновской школе номер 7 состоялось профилактическое мероприятие госавтоинспекции для детей. С малых лет ребятам рассказывают о правилах дорожного движения и приучают к безопасности на дорогах. 18 декабря по 14 января у нас начинает действовать профилактическое мероприятие «Внимание, дети! Зимние каникулы». В рамках данного мероприятия большие ликбезы пройдут с различными участниками дорожного движения. Естественно, они направлены, опять же, на безопасность наших учащихся, наших воспитанников детских образовательных учреждений. Школы округа тесно сотрудничают с госавтоинспекцией. В 7-й школе города Видно регулярно проводятся занятия, лекции и мастер-классы, в рамках которых учащиеся в игровой форме постигают новые знания. Особое внимание уделяется начальным классам. К нам приходили сотрудники ГИБДД, играли с детьми с первым классом, спрашивали правила дорожного движения, создавали определенные ситуации, чтобы проверить, как дети их внимательно слушают, как они выполняют, пойдут ли они на красный свет или на зеленый свет. Во время мероприятия учащимся рассказали, как вести себя на проезжей части, обращая внимание, что зимой нужно быть еще более бдительными. Плохая видимость во время снегопадов мешает пешеходам, а у автомобилей в зимнее время года увеличивается тормозной путь. Нужно ходить без наушников и перед тем, как пройти первую часть дороги, посмотреть налево, после чего посмотреть направо. У меня на много одежды есть светящиеся элементы, светоотражающиеся. И я, когда хожу по улице, я даже сама замечаю, что они начинают светиться, и я чувствую себя в безопасности. Так как занятие проходило накануне праздника, ребята вместе с представителем Союза безопасности дорожного движения сделали новогоднюю игрушку со светоотражающими элементами. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.